Сын армянского царя Менва, избранник бога Халда Аргишти, воздвиг этот город-крепость, именовав Эребуны, во благо Бьяйны и в ужасание врагов. Этой клинописью Аргишти I, 782 года до нашей эры, берет начало история нашего города Эребуны-Ереван. Город Феникс, прошедший через тысячелетия, каждый раз воскресавший из пепла и руин, оставшийся вечной и последней из 12 исторических столиц Армении. Неизвестно, кто был первым каменщиком нашего города. Кто первенца своего поднял на руки высоко-высоко на показ солнца? Кто первым выковал врата Акрополя, спахал поле быком язычником и бросил первое зерно? Время ко многим было безжалостно. Вавилон, Ассирия, Мидия, Древний Египет, Византия. А ты живешь и властно свидетельствуешь о рождении и пути своем. Город сказок и стихий, мифов и перепутий, караванов и гонцов. Город-молельня Ереван. И сегодня живой дух города, как отшельник со светящимся ореолом, вспоминает нашествие Медийско-Скифского 590-585 годы до нашей эры, арабов 643-660 годы нашей эры, византийского в XI веке, турок-сельджуков, татаро-монголов, Тамерлана в период с 16 по начало 19 века. Нашествие турок и персов и насильно созданные ими ханства. Ереван для иноземцев своими райскими садами, живописными дворцами всегда был желанным изумрудом. В 1805 году Гурийский, Капанский, Сисянский области, Арцахское ханство принимают российское подданство. Но врата Ближнего Востока, Ереван, пока были закрыты для России. Только в 1827 году персидский Хасан-хан, принимая свое поражение, передает ереванскую крепость генералу Паскевичу, а верховный патриарх Армении, католикос Нерсес Аштаракеци, благословляет победу русского оружия. В 1828 году, 10 февраля, в Туркменчае заключается русско-персидский мирный договор. Из трехтысячелетнего прошлого, как лист осенний, Ереван чеканится на арочном оконце нашей судьбы. Остается видеть, узнавать и не забывать. Кто сочинил миф о старении городов? Города не стареют. Они рождаются каждый день с каждым новорожденным, с каждым восходом солнца. Ереван с непомянутых времен славился развитием ремесел. Город имел свой пороховой завод, литейную пушек, производили стекольные изделия семи цветов. Процветало кожевенное производство, торговля и строительство.
конце 19 века в Ереване открылись заводы минеральных вод и сиропов, пивоваренный, винный, коньячный. В 1860-х годах в состав Еревана входили всего несколько кварталов. Старый околоток Шхар, новый околоток Карьер, Дзорагюх, Конд, Норк с населением 12,5 тысяч. Город гусанов, живописцев, кузнецов, садовников и ученых всегда бодрствует, излучает доброту и веру. Сколько ученых, военачальников, художников, астрономов дал город наш, невозможно сосчитать. Одно неопровержимо. Ереван – последнее пристанище, тысячелетний свидетель и летописец вечности. Ереван веками считался одним из духовных и культурных центров армянского народа. В начале XI века в Ереване жил и творил летописец Оганес Козар. В XIII веке – историограф, сочинитель песен Махитар Айриванецы, поэт Тертер Ереванцы, выдающиеся умы Товмам Мецопецы, Мелькисет Вжанецы, Закария Вагаршапатцы, Есаи Сюнецы, Погос Тиврикецы, Закария Канакерцы, Абрахам, Воскан Ереванцы, Симон Католикос, Маркар Ходжельц Ереванцы и многие-многие другие. Старинный Ереван, город каналов, плодовых садов, рынков, площадей, колоннадных дворцов с восточным колоритом, сегодня выглядит совершенно другим. Урартская река и Даруны, сегодняшний Раздан, город делит на две части. В период язычества по вырытым вручную каналам протекали эти воды подножию горы Арара. С аэропорта начинается любой современный город.
аэропорт звартнут. Гостеприимный ереванец перед гостями с любовью открывает врата города и своих мечтаний. И ныне Ереван – город ученых, живописцев, архитекторов, певцов, строителей, гроссмейстеров и студентов, деловых людей и университетов. Времена меняются, и город пытается уточнить свое место и положение в водовороте времен. Окружение высоких хребтов не помеха, чтобы прислушаться к пульсу и дыханию планеты Земля. В 2780-летний город не дремлет. Всегда открыта его душа, очи и извилистые дороги. Ереван – город своеобразного архитектурного колорита, скульптур, орнаментных арок.
хранилище древних рукописей Матенадаран. Здание Национального театра оперы и балета. Площадь Республики. Академия наук. Резиденция президента. Здание Национального собрания. Дом камерной музыки имени Кумитаса. Национальный театр имени Сундукяна. Государственный университет. Дворец молодежи. Спортивно-концертный комплекс. Американский университет. Завод искусственного каучука «Наирит». Атомная станция. Алюминиевый завод. Конечный завод. В Ереване открылись посольства Франции, Германии, России, Китая, США, Греции, Египта, Исламской Республики Иран и ряда других стран. Ереван воистину родная колыбель для национальных меньшинств. Дороги из Еревана ведут к языческому храму Горны. Впервые в мире христианство, как государственную религию, принявшему духовному центру армянского народа Вагар-Шапат. К первопрестольному святому Эчмиадзину. К озеру Севан. Дошедшему до нас величественному монументу 7 века Звартноцу. Герард Хорвирап. Ардаша, Двин, а также в Иран, Турцию, к Черному морю. Но несмотря ни на что, духом и колоритом Еревана все-таки остается ереванец. Добрый, терпеливый и мудрый. Мудрый на развилке прошлого и будущего. Мудрый в вере своей. Терн проколол ступню Господню, когда проходил через горы наши, но добр был Господь,
и не наказал ближних своих, и подарил луч доброты городу этому тысячелетнему. Вскоре город укроется шелковым покровом сновидений, и никто не предугадает, кто родится в завтрашнем Ереване, кто поговорит со звездами и планетами, кто посадит лозу виноградную на перепутье грядущих веков, кто увековечит завтрашнюю страницу нашей истории. Ереван, укрась мечты наши переливом твоей мудрости.